Как превратить 100 тысяч рублей в 300 тысяч, вы можете узнать только в этом видео. Смотрите до конца. Я приветствую всех на канале Академии Торгов. Меня зовут Артур, я являюсь инвестором и успешным учеником Академии. В этом выпуске я расскажу вам о лоте, в состав которого входит различное имущество, от продажи которого вы сможете получить колоссальную прибыль. Поэтому досмотрите это видео до конца. Сейчас мы перейдем на площадку Центра дистанционных торгов. И сразу хочу обратить ваше внимание на то, что именно на этой площадке действует отдельная электронная подпись. Поэтому будьте внимательны при подаче заявки. Здесь у нас продается имущество должника Треспецстрой, которое находится в городе Пермь. Вот у нас представлен лот номер 10 с описанием всего имущества, которое входит в состав этого лота, вы можете ознакомиться. Начальная цена у нас составляет 265 тысяч рублей, конечная 39 тысяч, что примерно в 7 раз ниже начальной стоимости. Сразу же позвонил своему другу, который находится в Перми, он съездил и посмотрел данное имущество. Давайте сейчас посмотрим на фотографии, которые он мне предоставил. Здесь у нас на первом снимке находятся трубы размером 300 мм, диаметром 300 мм, длиной 12 мм, они металлические и в изоляции. На следующем снимке люки, то есть ливневые крышки, далее тротуарная плитка 2,5 поддона, дальше на снимке у нас гильотина или ножницы гильотинные. На следующем снимке слева кислородная, то есть то место, где хранятся баллоны кислородные и газовые. Дальше бытовка 9-метровая, склад металлический номер 9. Дальше у нас битумовозы или гудронаторы, как их по-другому называют, в количестве 5 штук. На следующем снимке у нас находится сварочный генератор. И со слов ответственного, который показывал имущество, это генератор рабочий. Конечно, удивительно, но скорее всего это так. Далее у нас идет металлическая бытовка, 4,75 ее длина. Дальше на следующих снимках это 12 поддонов тротуарной плитки. И последний снимок у нас это плита ПО3. Далее, чуть позже, я покажу, как она выглядит вблизи. И сейчас, конечно же, нам нужно подробно оценить рыночную стоимость данного имущества. Давайте этим и займемся. И прежде чем поговорить о деньгах и предполагаемой прибыли, я настоятельно рекомендую вам подписаться на наш канал, для того, чтобы вы сами убедились, как простые люди, вроде нас с вами, делают заработок на торгах по банкротству своим основным доходом. Итак, мы с вами находимся, как всегда, на нашем любимом сайте Авито. Давайте же начнем с оценки металлических труб диаметром 300 мм, длина 12 метров. Таких труб у нас 3 штуки, то есть это 36 метров. Умножаем на 800 рублей за погонный метр, это примерно 29 тысяч рублей. Следующее имущество это тротуарная плитка. Такой плитки у нас 2,5 поддона. Пусть у нас будет 10 квадратных метров в одном поддоне. Получаем примерно 3750 рублей. Дальше давайте сразу же посчитаем другую тротуарную плитку, которая у нас 12 поддонов. То есть 12 поддонов на 10 квадратных метров это 120 квадратов. Умножим на 260, получаем примерно 31 200 рублей. Дальше у нас идет бытовка 9-метровая. Она у нас на шасси. Давайте приплюсуем эту сумму. И сразу же могу оценить следующую бытовку размером, длиной точнее 4,75. Она у нас металлическая. Ее продать мы сможем минимум за 20 тысяч рублей. Также металлический склад длиной 6,9 метров, почти 7 метров. Если он со стеллажами, скорее всего, да, то мы его продадим минимум за 30 тысяч рублей. Здесь у нас на Авито представлен генератор одноосный, то есть на двух колесах он чуть поменьше по мощности, чем наш. Продается он за 60 тысяч рублей. Давайте возьмем эту же стоимость. Битумная емкость подогревом или по-другому гидронатор или же битумовоз. На Авито цена одной 30 тысяч рублей, у нас таких 5 штук. Соответственно, плюсуем еще 150 тысяч рублей. Крышки ливневые с основанием или по-другому люки. Давайте возьмем, пусть будет по 2000 за штуку, то есть это 10 тысяч рублей еще плюсом. Далее у нас идет плита ПО3, я обещал вам ее показать, вот она такая плита. На Авито у нас она стоит 5000 рублей. И последнее имущество это ножницы гильотина. На Авито цена ее 99 тысяч рублей, то есть почти 100 тысяч. Плюсуем еще к этой сумме 100 тысяч рублей.
И получаем вот такую круглую сумму почти в 499 тысяч рублей. Давайте вернемся к графику снижения цены и посмотрим. Начальная цена у нас составляет 265 тысяч рублей. Предполагаемая прибыль почти 499 тысяч рублей. Давайте с учетом всех рисков, с учетом всевозможных факторов, поделим просто эту прибыль пополам. На данном этапе у нас имущество продается за 212 тысяч рублей. То есть, уже приобретая данное имущество на этом этапе, мы уже можем немного заработать почти 30 тысяч рублей. Если мы будем ждать середины, то есть снижение цены до 50%, это примерно будет 130 тысяч рублей, и возьмем по этой цене, то мы уже сможем заработать более 100 тысяч рублей. И это минимум. То есть наш заработок может варьироваться от 100 до 300 тысяч рублей. Для того, чтобы стать настоящим профессионалом в приобретении имущества банкротов, обязательно запишитесь на наш бесплатный мастер-класс, ссылка на который находится под этим видео. И вы станете еще на 10 шагов ближе к своей мечте стать финансово независимым. На сегодня у меня все. Всем спасибо за внимание. С вами был, как всегда, Артур. Пока!